Юные поисковики из Златоуста нашли останки древнего мамонта, шейные кости, челюсти и обломки черепа. Раскопки проводили в районе села Куваши. Туда молодые люди отправились с экспедицией. При осмотре русла реки в боковых частях, где уже идет берег, под травой, под землей, я наткнулся на две кости. Это на обломок челюсти и на первый шейный позвонок атлант, на котором держится голова. Юноша рассказывает, увидел кости случайно и сразу определил, что это древние останки. Вместе с ним ребята нашли орудие труда. Это топор 19 века и коса 18. Работать приходилось в непростых условиях и в жару, и в дождь. По пояс в воде ребята, в УЗК, в этих непромокаемых костюмах. Ну, сложная работа в реке. В общем, я даже сам удивляюсь, как ребята нашли какие-то вообще предметы, потому что это надо было все в воде. По предварительным данным, этим костям почти 10 тысяч лет. Ученые предполагают, что на месте раскопок находятся останки не одного, а двух древних животных. Юные поисковики экспедицию завершили, но на месте продолжают работать археологи.